мы сплетем нить времени с ее нитью. Да, идет очищение. Связь между вами похожа на связь Вортигонта. Доктор Фримен, я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы тет-а-тет. Но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам помешать. Были времена, когда мисс Венс для них ничего не значила, а человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку подавить их было невозможно. Я не привык, чтобы мои усилия пропадали в туне. И я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да, так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям.